удаляют. Сергио Родригеса удаляют с поля. Я-то грешил на Руди Фернандеса, который неприличный показал Олегу Лату. А вот, оказывается, ни один невоспитанный игрок есть. Привычка выигрывать. Ну, я думаю, что просто нервы не выдержали. Сегодня он неплохо бросал, но когда было сопротивление, практически не попадал. Только когда выводили его чистым на бросок. Еще вопрос, который я задаю себе.